А, кажется, я понял. Слушайте, ребята, кажется, я реально понял. Мы же еще один предохранитель взяли. Так, подождите. Стоять, Мухтар. Вот оно что, вот оно что. Ну и понятно, и понятно. И... Вторая решетка открыта. Потом нам, скорее всего, надо будет взять третий предохранитель, да? Правильно? Правильно. Давайте сейчас пойдем сюда. Что у нас здесь будет? Так, та дверь открылась. Сейчас я так одним глазом гляну, что тут. Блять, да ёперный театр. Слушайте, честно говоря, я что-то на полу эти шипы даже не заметил. Ну-ка, давайте сейчас обратим внимание более подробно. А, ну да, естественно, вот видите. Причем это какая-то ловушка, которую я обезвредить не могу. Так, здесь у нас что? А здесь у нас еще один предохранитель, наконец-то. Это что было? А я, кажется, знаю, ребят, что это. Это этот долбанный мудила с ящиком. А, нет, просто зомбак, да? Так, я надеюсь, он слепой, нет? Бляха! Шипы. Эй, дурик, иди сюда. Over here. Наверное, зря это сделал, нет? Мне его можно как-то приманить? Наверное, да? Пошли вы мне это все. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой! Да пошел бы! Блять! Чё ж мне так не везет, а? Эти шипы поднимаются то слишком быстро, то слишком медленно, блин. В данном случае медленно, блять. Так, ладно. Иди сюда, дурачок. Блин, я ж вроде успел, а? Вроде да не вроде. Так. Еще раз. Так, ну здесь я не вылезу. Иди сюда, дятел. Иди сюда, я тебе сказал. Есть. Ребят, я его поймал.
Четко вообще поймал. Надо бы теперь этих идиотов поймать. Нет. Я, скорее всего, ребят, их заманю вот в ту комнату, да, в первую. Что-то, мне кажется, там мне больше будет шансов. Чтобы их вынести, господи. Иди сюда. Ку-ку, Федя. Очнись. Очнись, я тебе сказал. Сюда иди. Да ёперный театр. Сюда иди. К сожалению, их слишком много, ребят. Слишком много, и они меня окружили. Надо их как-то, да, надо их как-то по одному, надо их по одному заманить на эти шипы. Разделяй и влавствуй. Разделяй, сука, и властвуй. Ладно. Иди сюда. Есть. Один готов. Один готов, ребят. Так, а если их обойти, слушайте? Давай, давай! Есть! Второй готов. Тихо, тихо. Я не понял, а шипы что, срабатывают только один раз, что ли? Да, походу один раз только. Фух. Наконец-то. То есть одна тварь по-любому будет жива, да? Ну да, одна тварь по-любому будет жива. Это в любом варианте. Пошел ты нахер. Не, их тут слишком много. Так, подождите, они меня окружают. Это вообще не вариант, ребят. Это надо что-то делать, значит. Ой. А что делать? Херово, а что делать? Тихо. Опачки. Хер вам, уроды. Так, ну это мы знаем. Это мы знаем. Вот они главные ворота. Вот сюда мне и надо было с самого начала. Так, это все, конечно, хорошо. А, ну эти идиоты там стоят, они ничего не могут. Они не спуститься не могут. Ничего сами не могут делать. Хорошо. Тогда хорошо. Блин, нету на вас дробовичка, гребаные вы зомбаки, блин. С дробовичком. Идите нахер с своими записями. Ребят, даже не хочу читать, ну их. Просто идем дальше. Да, было бы у меня какое-нибудь оружие, это было бы намного приятнее. Joseph, you're all right. You too, thank God. Any sign of Sebastian? Nothing. Maybe we can go back and look for him. No. I mean, let's just get out of here first, then we can worry about Sebastian. Can we open this gate? I doubt you and I are strong enough.
Joseph, watch yourself. I'll be fine. Quick, look around, see if there's another way out. Опять ее бедную бросили одну. Так, а какой же путь найти? А, ну вот я уже вижу. Так, дверка, хорошо. Опять кошак. Давайте засейвимся, раз такое дело. Реально, как будто в Симов играешь, блин. Кошка, вставай, отвали от меня. Так, еще один знак. Давайте сначала глянем, что здесь. Решетка открывается. You're losing focus, kid. I warned you about that. How could this place exist? I don't understand. What's happening in here? Ruvik knows you're here. He's feeding off you. But there are more important problems. That detective. Joseph isn't something to worry about. He doesn't suspect anything. He's expendable. How else do you want me to say it? Remove him. That's an order. What are you doing? Killing Joseph? That's not gonna help me find Leslie. Come on, I can get some help. He can't be trusted. He'll turn on you. They all will once they know what you're after. We told you. You're weak, kid. And you're disappointing us. Are you guys all right? We're all right. Sebastian, maybe we can lift this enough for Kidman to go under and open it from the other side. We're counting on you. It's odd, though. Why would they catch you instead of just killing you? Maybe he didn't see me as a threat. He. Опять это, блин, взрывная волна. Вот так. I know who you are. I'm not going to let you take him. You should have followed your orders, kid. У нее нету табельного оружия. Так, и теперь мне надо его, видимо, вырубить втихаря. I'm going to kill you, Kidman. Найди меня сначала, придурок. Сейчас, ребятки, надо подкрасться к нему. Иди, иди вперед, родной, иди. Вот и все. Fuck you, Kidman! Так, а я так понимаю, этого недостаточно, да? Вон, я вижу еще один топор, но чтобы его взять, мне надо, чтобы он свалил. Потому что он, походу, зрячий. Кто-кто? А он, наверное, зрячий. Тихо.
хер тебе. Если бы ты, родной, не был такой тупой, блин, то мне было сложнее, конечно. Да чтоб тебя! Так, а где ж мне еще один топор взять? Сколько ему вообще топоров надо, а? Как вы думаете, ребят? Я думаю, третьего будет достаточно. Только вот... Где, блядь, найти? Где мне найти третий топор? Так, а что это что это блестит? Don't run. Just let me get a clean shot. There you are. Хер тебе. Так, ребят, я взял еще один топор. Так, он идет за мной? Да. Это значит, что да, я все-таки смогу, наверное. Я смогу всадить в него еще один долбанный топор. Так, сюда иди. Don't run. Just let me get a clean shot. На тебе, падла. Повернулся в самый неподходящий момент, к сожалению. Да чтоб тебя. Как ты меня затрахал, урод. Ждемся, ребят, ждемся. Да остановись ты, блин. Не тут-то было. Отлично. Why are you making me do this? Damn it, Joseph! You should have just stayed out of the way. Are there sins you are ashamed of? Wait a second. This house. No, it can't be. А что тебя смущает в этом доме, я не пойму. Так, а что-то мне да, что-то мне подсказывает, что мы в этом доме были уже. В оригинальной игре. Видите, он скрипит, конечно. Ну да, и памятник этот я помню. Давайте спустимся. Закрыто. Leslie, stop! На кой хер вам сдалась эта Лесли, блин? Одного не пойму. At night I would stare up at the statue lit up in the center of town. It looked like it was crying for all the wasted life in that place.
Так, ну, Лесли я уже, наверное, навряд ли догоню. Фонари, да? Фонари надо повернуть на статую. Так, а их тут только два. Так, ну и чё? Чё дальше? Очередной сейф, нафиг. Не знаю, я к нему код. A piece of my past. Stem must be creating this. Кусочек твоего прошлого, а где? Какой кусочек? Ну что сейчас говоришь, красавица? Так, я отсюда пришел. Фонари, блин, фонари. В лужах со звездами играют. Мясник. Помню, помню этого мясника. Соляви с кем не бывает. А, вот он, фонарь еще один. Все, короче, сейчас я его устанавливаю, да, и все будет хорошо. Вроде как. По идее. Так, три фонаря я установил, только вот вопрос, четвертый мне надо останавливать, там же сломана эта штука, правильно? Да, там сломана подставка. А ну-ка, ну-ка, а, да, у меня ж фонарик в руках есть. Во, вот теперь все. А теперь понятно. Мне четвертый фонарь не понадобился. Вот такой я имею в виду четвертый фонарь. Потому что у меня четвертый фонарь был в руках мой. Мой обычный ручной фонарь. Этого было вполне достаточно. In life, we constantly search for a place we feel safe. A home we can always come back to. We imagine that place in our minds and are drawn to it. You had a home, but now that place is here with us. Да что ты говоришь? У тебя когда-то был дом, но теперь твой дом это он здесь с нами. Чушка эта собачья. Охеренно, да, в таком доме жить? Мешки с трупами висят на потолке, блин. Давайте сохранимся. Кассандра, иди сюда. Так, посмотрите, тут какие-то, короче... Да блин, встань ты, дура, господи, куда ты села, блядь? Хотел запись взять. Подъем. Твою мать. Вот что я хотел взять. Собственно говоря, можно было сюда и не возвращаться. Вернее, вообще не заходить сюда.
Так, на звук колокола идут, да, ребята? Хорошо. Ну да, это Лесли. I've got to get to him before those things do. Так, а мне так, я так понимаю, мимо них надо как-то потихонечку, аккуратненько пройти. Сам сказал потихонечку, аккуратненько, а сам вы видите, что сделал. А пошли вы нахер. Во-во-во, правильно, 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 да, молодцы. Так, тут, я так понимаю, есть ловушки вот с такими ямами, да? Тихо, 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 родной. Так, как бы его уговорить сюда? Не, ребят, он за мной идет. А эту яму я сам не перепрыгну, естественно. При всем желании. Или перепрыгну. Нет. Не, ребят, к сожалению, не перепрыгну. Так, ну я вижу топор. То есть несколько жмуриков я могу убить при помощи топора, если найду достаточное количество топориков. Ой-ой-ой-ой, шинки, ой-ой-ой. Тут еще эта тварь ползает. Ну, вообще прекрасно. Первый театр. Твою мать, он сюда повернулся, а? Не-не-не. Давай-давай-давай. Есть. Неужели она не может подобрать топор еще раз? Что за херня? Че ты, придурок? Так, сюда можно, можно. Очередной чекпоинт. Убили, да? Да. Ну-ка еще раз. Блин, хоть бы что-нибудь полезное тут было, а? Ни топора, ни хера. Вообще ни хрена ничего не будет. Тихо-тихо-тихо, пошел ты нахер. Ой, господи, боже мой. Чё ж мне не везет так, а? Вот именно на этом промежутке. Блин, я очень надеюсь, честно вам, ребят, скажу, я очень надеюсь, что следующие DLC, они будут с огнестрельным оружием. Я просто вот... Я просто реально на это надеюсь, потому что если все будет так же печально, то это будет трындец как печально. Так, молодец, залезла. Но они-то, кстати, обращаю ваше внимание, они тоже умеют лазить по стенам. По стенам, по лестницам. Поэтому тут я от них, конечно, скрыться навряд ли смогу. Зато хотя бы топорик взял. Топорик взял, уже хорошо. Leslie, it's all right. It's safe now. You can let me in. Safe?
It's safe now? Ну так ты откроешь мне дверь или нет? He's here. Finally found you. You're not hurt, are you? Getting stronger. Can't get away. We'll be fine, Leslie. Church. How am I gonna get us out of here? Church, please. The church. 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 All right. Church. Come on. Church. Stay close to me. I'll protect you. Church. Церковь. Туда, видимо, нам надо направляться. Теперь я прятаться не только должен сам, но еще и эту дуру защищать в смирительной рубашке. Опять этот... Показалось, да? Бывает. Так, что у нас здесь? Нет, здесь ничего. Давайте сюда. See, Leslie? We're almost there. Just a little further. Еще немножко, еще чуть-чуть. И мы у церкви скоро будем. А я пройти это DLC хочу. Мне настохренело, что мне не дают пистолет. Нескладно, зато правда, блин. Так, подождите, подождите. А что тут, что тут, что тут, что тут, что тут? В 5 мор поразил наши стада. Он унес много жизней. What the hell? You've got так, to be kidding me. Твою мать. Закрыто, ладно. Что там за тварь? Shit. Leslie, you've got to hide. Don't come out until I call you. Ты, может, тоже спряталась, девочка? Тут такая отважная, блин. Так, ну Лесли, допустим, спряталась. Что это? Господи, музыкальная шкатулка, нахер. Так, это какой-то проход. Ну, давайте попробуем. Еще один проход. Так, это какая-то статуя. Крылатая статуэтка. Фигурка с распростертыми крыльями. Именно так на самом деле выглядела статуя на рынке. I guess you could say I started young. I would sneak into the graveyard, steal the statues and hide them. I wanted people to think they were cursed, but every morning they were back in their right place. А, то есть всего 4 статуи. Всего 4 статуи. Еще мне надо найти 2, да? Где ж мне еще 2 найти?
Хороший вопрос. Давайте сюда. А, ну я, кажется, знаю. Такая фигура с обычным черепом вместо головы появляется в кошмарах Кидман. Это не к добру. У этой фигурки сложены крылья, а за ее спиной возвышается распятие. When I knew I could survive on my own, I left and told myself I would never come back. Так, давай, короче, ставь эти статуи, давай быстрее. А, слушайте, их в рандомном порядке можно, я надеюсь, ставить. А вот, видимо, хер там. Так, ну что ж, ребят, что-то мне подсказывает, что я статуэтки поставил не в том порядке, в котором нужно поставить. Давайте обратимся к нашей записке. Я думаю, в ней как раз будет указан правильный ключ или правильный алгоритм, как можно выразиться, да? Правильная последовательность, хер его знает, в которой нужно расставлять эти статуэтки. В 5 мор поразил наши стада, он унес много жизней. Где 5? Вот 5. Мор — это, я так понимаю, вот эта дрянь рогатая. Дальше. В 7 мать пришла в лоно церкви. Этот символ отпечатался в ее душе. В 7 мать пришла в лоно церкви. В 7, в 7, в 7, в 7. Это не 7. Вот 7. Мать пришла. Это вот это, да? Ну, тут уже методом исключения, как говорится. Ну-ка. Да и перный театр. Все-таки, наверное, наоборот. Сюда и сюда. Вот сейчас, кажись, да. Вот сейчас, кажись, правильно. Come on, the church is right ahead. It should be a little safer in there. Церкви там, может, оно и безопаснее будет. Только вот чувствую, что не все так гладко. Так. А мне что надо? Мне надо убить его или мне надо пройти? Он слепой, да, походу? Да. Бляха-муха. Пошел ты. Офигительно. Обратите внимание, ребят, на территорию церкви он не заходит. Что, тупой, что ли? Я тебя позвал, придурок. А если мы сейчас спидраном, так сказать. Да, кажись, прокатило, ребят. Хорошо. We should go. Пошли в церковь.
Откуда у нее пистолет появился вдруг, внезапно? Вдруг откуда ни возьмись называется? It's all right. I'm here. Nothing is going to get you. You have to stay with me. There's no other way. He's here! Ruvik, what do you want with me? You. I'm just making sure you're doing your job. Just like me, I doubt they want damaged goods. Back up! He's coming with me! Oh, I hope so. I needn't remind you the consequences for failure. Your people aren't the only ones counting on this boy. You need him to get out. As do I. We're all their pawns, eventual victims. They killed me. They ripped me apart and took what they needed. I will destroy what they wish to control. Ruvik? Stop it! Let him go! He is my vessel. I am in control. I sense a conflict of interest. Just what was your mission exactly? Do you think they're all prying eyes can't see in here? They've been watching you, kid. What are you doing, kid? You are to bring the boy back to us. No! I can't! If I bring Leslie out, Ruvik comes with him. We don't know what he's capable of. I can't let that happen. You swore allegiance, but you are not in a position to make decisions like this. This is not acceptable behavior. You will bring us back that boy. Run all you want, kid. You can't escape. Like everyone else that crosses us, we will hunt you down. Ну чё, походу придется бежать, 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 бежать без оглядки. Давай, 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 девочка, давай. Соберись. Enough games. Stop running. No. Stop. Get away from me. Давай, давай, давай. Причем сейчас у нее выносливость просто на 100%. Вы заметили, да? Просто, просто охренительная. Так, тут надо лучше ориентироваться. Опа. Еще по теням на стене, может быть. Тихо, 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 тихо. Давай, давай, давай. Твою мать. А, тут надо вот так. Я понял. Тихо, 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 тихо. Come back. You will bring us back that boy. Having all of you in one place will provide us with opportunities. I can't trust you! Not like this!
No. She's coming with us. She's my responsibility. Look, Seb, we need to talk. You're getting out of control. Finally, with this machine, I can go back. We can continue the experiments. There are some things here that are to remain in the dark. Beacon. I just hope I can get there before he does. A little hasty with that gun, Kid. What is it you plan on doing? What I have to do. Так, ну что, ребят, вот и пройден второй эпизод, и я так подозреваю, что это последний эпизод для этого DLC. Офигеть, 18 раз мы сдохли, а? Кто бы мог подумать. Ну что, вот, в принципе, и все. Я так подозреваю, что это не последний раз, когда мы играли за эту красавицу, поэтому без лишних слов. Приступаем к следующему DLC. Погнали, там мы встретимся.